Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео посвящено проекту «Магнит». Значит, старт будет 23 октября перенесен. На что я хочу сказать? У меня есть новости, вот хочу. И открыли пополнение. Здесь ждали. Пока Payeer даст, кошелек Payeer даст добро, чтобы работал с проектом. Так, значит, ну, здесь, кто не знает, центр по обмену подарками. Тут все уже я зачитывать не буду. Есть, друзья, вот промо-ролик. Вот сюда вот нажмете. Можно залить себе на канал. Вот магнит. И приглашать друзей. Так. Ну вот. Это уже сами прочтете. Я зайду, друзья, в кабинет. И хочу показать вам чат. Есть у нас ВКонтакте. Кто хочет, стучитесь. Только обязательно пишите цель добавления. Я вас добавлю сюда в чат. Значит, смотрите, вот информация. Внимание, предстартовая регистрация продолжается для всех. Дата старта 23 октября. 18:00 по Москве. Пополнение кабинетов доступно. Значит, и еще интересно, самое важное. Время регистрации имеет огромную роль. Мизерный единоразовый вход 50 рублей. Квалификация всего 3 человека. Доступна даже школьника. Значит, почему время регистрации имеет огромную роль? Потому что будет активация по кабинета по дате регистрации. Чем раньше вы зарегистрировались, тем вы выше. Ну что здесь, друзья? Здесь особо ничего пока нет. Как бы ваша партнерская ссылочка. Вот она сразу. Здесь мои приглашенные. Вот один человек от них у меня серьезно тоже приглашает. Значит, профиль. Я заполнила профиль, конечно же. Ну, здесь на русском языке Payeer прописала. Выплаты еще нет ничего. Моя команда пока тоже суппорт. Значит, пополнение счета. Так, уже стоит по умолчанию цифра, я так понимаю. Нажимаю 50 рублей. Пополнить. Так, вы переводите 50 рублей. Пополнение баланса в проекте Магнит. Нажимаю оплатить. Перебрасывать на платежную систему. Так, выбираю рубли. Подтверждаю. Поставлю на паузу и после уже продолжу. Я оплатила. И вот у меня на балансе стало 50 рублей. Даже комиссию не взяли. Вот, ну, выплаты это уже позже будет. Пусть проект пока стартанет. Значит, и здесь вот на главное, здесь маркетинг можно почитать. С чего начать? Правила контакта. Можно написать техподдержку, email, тема сообщения, текст сообщения, вот адрес. Или через почту можно скопировать адрес и написать, если возникнут какие-либо вопросы. Это, в принципе, все. Кому интересно, друзья, пожалуйста. Ну, не интересно, проходим мимо. Я лишь делюсь с вами информацией. Всем удачи, больших заработков. Продолжение будет следовать. До новых встреч!